В администрации «Асбеста» состоялось очередное заседание общественной комиссии по обеспечению и реализации программы формирования современной городской среды, в рамках которого обсудили итоги рейтингового голосования, а также благоустройство дворовых территорий. В ходе заседания члены комиссии первым делом обсудили итоги рейтингового голосования по благоустройству общественных территорий, которое прошло в день выборов президента. Жители города активно принимали участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые будут реконструированы в период с 2018 по 2019 годы. По информации счетной комиссии, свое мнение выразили более 23 тысяч асбестовцев, или около 42% от общей численности горожан, имеющих право голоса. Итоги рейтингового голосования показывают, что большинство избирателей ждут реконструкции Аллеи Победы, включая территорию Форумной площади, а за это проголосовали 37% участников. На втором месте завершение работ по благоустройству сквера на улице Мира – 23% голосов. Зона отдыха в районе базы «Бодрость» набрала 21,5% и расположилась на третьем месте. Почти 18% проголосовало за благоустройство сквера в районе Центра культуры и досуга имени Горького. Таким образом, две общественные территории – лидеры голосования, а это Аллея Победы, включая территорию Форумной площади и сквер на улице Мира, будут подлежать благоустройству в период с 2018 по 2019 годы. На этом модернизация общественных территорий не закончится. Программа рассчитана до 2022 года. Мы видим, что жители неравнодушны. И поэтому понимаем значимость каждой территории. То есть на простой вопрос, а не значит ли, что сейчас выбраны две территории, значит мы базу «Бодрость» делать не будем, и это вообще забудем такой замечательный проект? Нет, не значит. Это значит, что для нас сегодня, особенно при таких процентах, задача номер один для всех – найти дополнительные источники и по возможности выполнить наказ населения, включиться именно в благоустройство этой зоны. Что мы берем на себя повышенные обязательства по осуществлению подобных работ с 2018 года. Поэтому что будет происходить в первую очередь? Две территории, которые мы должны в первую очередь начать уже с 2018 года, остальные территории, они сохраняют свои приоритеты, и каждый голос в данном случае действительно имел значение. В заседании общественной комиссии принял участие и депутат законодательного собрания Саровской области Михаил Зубарев, который также принял участие в рейтинговом голосовании. Хочу сказать, что мое мнение совпало с мнением большинства жителей города Асбеста. Я также голосовал за те территории, которые взяли большинство. Но что я хочу сказать по этому поводу? Красивое слово «инициативное бюджетирование», которое закреплено в бюджетном кодексе, сегодня мы видим его здесь, видим его в действии. Зачастую, принимая людей, участвуя в совещаниях, выступая на совещаниях, мы слышим мнение от жителей, нас не слышат, нас забыли, к нам прислушиваются. Вот данный проект дает право каждому желающему высказаться. Задача власти, муниципальной, областной, федеральной, слышать людей и работать для людей. Сегодня мы услышали позицию по четырем площадкам. Не говорит о том, что мы должны забыть про остальные 10. Мы должны строить все площадки. Задача комиссии, задача жителей – добиться и проконтролировать, чтобы было сделано именно так, как на картинке. Но после этого будет задача каждого из вас сохранить эту картинку в том виде, в каком она будет построена. Нужно понимать, что если завтра лавочка уйдет кому-то во двор, а урна уйдет кому-то на судовой участок, второй раз мы не сможем это построить. Также в рамках заседания обсудили вопросы по благоустройству дворовых территорий в рамках проекта формирования современной городской среды. Напомним, что первоначально в программе на 2018 год было заявлено 6 дворовых территорий. В Асбесте, во дворе по улице Ленинградской, на 101-м квартале, в поселках Белокаменный, Лесозавод и Красноармейский. На эти цели было предусмотрено более 20 миллионов рублей. Однако в процессе согласования программы у счетной палаты возникли замечания, в связи с чем на заседании было предложено повторно рассмотреть вопрос о включении дворовой территории на 101-м квартале в муниципальную программу. На само заседание приехали и жители 101-го квартала, чтобы отстоять строительство детской площадки на своей территории. На нашем 101-м квартале нет, на отдаленных районах нету ни одной игровой площадки. Пришли сегодня на общественную
на общественном слушании высказали свое мнение. Хотим все-таки попытаться построить детскую площадку для людей, для жителей, для детей 101-го квартала, чтобы они не ходили за 3-9 земель, чтобы их не покусали собаки, не сбила машина. Данный вопрос вызвал бурные обсуждения. Несмотря на это, члены общественной комиссии проголосовали единогласно за благоустройство всех 6 территорий. Окончательное же решение о включении дворовой территории на 101-м квартале в муниципальную программу примут депутаты на заседании Думы, которое состоится уже 29 марта. Анастасия Самарина, Владимир Денисов, Новости АТВ.